сегодня для проведения матча, до начала которого совсем немного. Сегодня команда будет играть очень активно. Тренер предельно насытил середину поля атакующими игроками. Решили они сыграть сегодня. Все указывает на то, что соперник окажется под прессингом. Если на то ставка, то значит, готовы они физически выдержать высокий темп игры. Высокий темп еще не обязателен. Они в первую очередь рискуют поднятой линией обороны. Но без опыта с таким прессингом играть едва ли кто-то решит. Журичич. Потери и у соперников мяч. Сегодня для проведения матча, до начала которого совсем немного. Сегодня команда будет играть очень активно. Тренер предельно насытил середину поля атакующими игроками. Решили они сыграть сегодня. Все указывает на то, что соперник окажется под прессингом. Если на то ставка, то значит, готовы они физически выдержать высокий темп игры. Высокий темп еще не обязателен. Они в первую очередь рискуют поднятой линией обороны. Но без опыта с таким прессингом играть едва ли кто-то решит. Журичич. Потери и у соперников мяч. Сегодня для проведения матча, до начала которого совсем немного. Сегодня команда будет играть очень активно. Тренер предельно насытил середину поля атакующими игроками. Решили они сыграть сегодня. Все указывает на то, что соперник окажется под прессингом. Если на то ставка, то значит, готовы они физически выдержать высокий темп игры. Высокий темп еще не обязателен. Они в первую очередь рискуют поднятой линией обороны. Но без опыта с таким прессингом играть едва ли кто-то решит. Журичич. Потери и у соперников мяч. Сегодня для проведения матча, до начала которого совсем немного. Сегодня команда будет играть очень активно. Тренер предельно насытил середину поля атакующими игроками. Решили они сыграть сегодня. Все указывает на то, что соперник окажется под прессингом. Если на то ставка, то значит, готовы они физически выдержать высокий темп игры. Высокий темп еще не обязателен. Они в первую очередь рискуют поднятой линией обороны. Но без опыта с таким прессингом играть едва ли кто-то решит. Журичич. Потери и у соперников мяч.